хорошие. Ну как, коленки массируете? Знаете что, у меня стало настолько лучше. Сейчас я прям вот счастливый человек. Я хотела вам еще пару вещей показать, которые тоже меня сделали более счастливым человеком. Это Dior. Dior, то, что они напортачили с застежкой. Сейчас я вам покажу. Я делала обзоры вот этих хайлайтеров. Это была пудра еще тоже. Вот в таком компакте. Вот с такой застежкой сзади. У меня было, да, два сначала я купила хайлайтера, если помните, я делала обзор, по-моему, больше года назад, вот такие. Один был пудра, бронзат, и два вот таких вот хайлайтера, вот такие, нюд. И номер шестой еще был такой белый, как голографический, такой белым таким отливом. И еще была пудра. Пудра очень такая, бронзат вернее. Пудра-бронзат такая нежная. Вот начала я пользоваться. Особо сильно мы никуда не ездили, как вы сами знаете. Нигде я не моталась в багаже с ними, ничего. Просто вот так вот открывая-закрывая, вот эти штуки сзади сломались. Мне так было обидно. Купила я это все... Ну, точно больше 2 лет назад. А знаете, когда я это купила? Когда после операции, когда я решила к жизни возвращаться, я понакупила очень много всего в течение вот 19-го года, конца 19-го года, может быть, начала 20-го, вот так. И посмотрела даже у меня обзоры вот эти, да, они такие, давнишние. Вот, и думаю, ну как обидно, такая вещь, и не закрыть, не взять с собой ничего, все какое-то как вот... Я говорю, практически не пользовалась. И я взяла, позвонила, думаю... Пусть будет, что будет. Спросить за спрос денег не берут, как говорится, да? Позвонила они. Мадам Мартин, ля-ля-ля, мы с вами, мы так настолько, знаете, мы ценим ваше кастом, типа, ваше это. И то, что вы наш клиент давно. Я говорю, вы знаете что, вот давайте, говорю, что-то делайте, потому что вот эта фигня не работает. Я говорю, мне обидно, потому что я, говорю, все время покупаю сама все. Я говорю, я столько обзоров, говорю, делаю всего, и все время вас хвалю, а вы, говорю, вот такую фигню делаете. Я говорю, в Китае, небось, делаете? Он смеется, говорит, мы вам, вы, говорит, вышлите это нам на, для того, чтобы как бы сделать обмен, вы, говорит, нам вышлите на quality control, типа контроль качества, в Лондоне это у них. Я это все упаковала, выслала, это там что-то 3 фунта с меня взяли за высылку. И они где-то недели через 2 мне написали, что мадам Мартин, мы вас приглашаем пройтись по садам Диора и вкусить вот эту прелесть вечной любви. В общем, ну, французское типичное такое сообщение. Я говорю, ну, это понятно, говорю, а... Если ближе к делу, то что? Мы вам вышлем, значит, все мы подтверждаем, что да, это наша вина, и мы вам вышлем, что вы хотите, ну, на замену такой же продукции, равноценной. Сегодня мне пришла посылочка вот с этими. Это уже называется Dior Forever, а те, по-моему, были Backstage, они назывались, вот эти. Интересно. И они теперь их дисконтинуют, потому что, оказывается, было очень много жалоб. Девочки Хардси мне в Диоре сказали. И они делают теперь то же самое вот в этих упаковках. Это клеенчатая, конечно, такая, но она как выглядит как кожа, такая хорошенькая, мягенькая такая. Вот. И у нее очень крепкое, судя по всему, сзади вот это вот устройство. Ну, слово «очень крепкое», может быть, не стоит применять, потому что все-таки это пластмасса, но они поработали над этим, оказывается. И он сказал, что да, мы эти вещи принимаем, как бы. Вот, это вот голографическое, сейчас она уже стоит, по-моему, чуть ли 40 фунтов. Но вот этот голографический этот хайлайтер, который я вот больше всего хотела. То же самое, та же самая продукция, просто вот в другой упаковке. И вместо той бронзы, которая у меня была, она очень такая нежная, очень нежная, я взяла немножечко посмелее, так скажем. Вот, и она у меня вот тоже в такой же упаковке. Просто удобно то, что компакт, такой маленький. А что, очень, кстати, очень такая, ничем не пахнет, очень нежная. Вот это хотела вам показать. Ричард, говорю... Может, остальные 2 сломать, потому что старая упаковка. Он говорит, ну, ты, говорит, попользуйся, смотри сама, типа как. Потому что вот эта вот розовая у меня, она... розовый вот этот хайлайтер. Чего я их купила, я вообще не знаю, потому что у меня же есть вот это...
Вот эта штука еще тоже есть. Dior Backstage. Вот эти четыре вместе. Я их каждый день пользуюсь. Такие хорошие. Вот и вот этот. Зачем-то я купила отдельно тоже. И вот этот розовый. Мне очень нравится. Такое все красивенькое. Вот. И сейчас они это делают все в новых упаковках. В общем, я посмотрю как. И если что, я, в принципе, могу то же самое. Это, конечно, занимает примерно месяц все вот туда-обратно, туда-сюда. И, ну, в общем-то, стоит, если это будет работать. Вот так, девеньки, вот это вам хотела показать, рассказать. И что еще вам сказать? Особо нечего больше. Работы очень много. Работаю, сижу как... Без конца, в общем, бесконечно. Хорошо. Все, я думаю. А, вот еще блеск для губ Dior. По-моему, я вам показывала его. Очень интересно такое. У него такой сладковатый немножечко есть. Такой запах. Но он не липкий. Но он держится хорошо. Вот мне нравится, что они когда хорошо держатся, но чтобы не липкие. Потому что как губы клеем смазаны, это разве... Кому приятно? У соседей столько радости, они пригнали мужика вычистить ковры им. Я зашла, посмотрела, хорошо пахнет, так все, надо тоже сделать. Ну вот, вот моя красавица, сейчас я это сделаю по-английски. В общем, у кого вот такая проблема есть, прям звоните в службу Dior, они это должны сделать. Они это должны сделать, потому что это брак. Если, конечно, у вас не... Истерто там до смерти, это уже не 100 лет ему, так сказать, они это не будут заменить. Но вот у меня, сами видите, здесь как бы, ну, он практически не использован, то есть чуть-чуть, там, несколько раз. Белый я больше чуть-чуть использовала, бронзат у меня вообще практически я его не пользовала, потому что у меня других много. Вот, ну, в общем, подумайте сами, если, просто хотела сказать, что если у кого такая же ситуация, разбитая штука, делают, должны сделать. Потому что Dior, в принципе, там, в России или хоть где, одна компания, и, в принципе, они должны... Это как бы осуществлять на одинаковом уровне для всех стран. Ну все, увидимся, я надеюсь, в выходные. Всем пока!